Прямо сейчас сзади меня находится автоматическая трапка на сервере в Minecraft. Сегодня в ролике я бы хотел показать, как ее построить и как она работает. Тебе не нужно даже находиться на сервере, чтобы загриферить какого-нибудь читера. Он сам туда попадется и отдаст тебе все свои ресурсы. Ну а как работает эта маленькая дырочка, маленькая трапка, сегодня в ролике ты об этом и узнаешь. Но перед началом моего видеоролика давай проверим твою реакцию. Успеешь ли ты всего за 5 секунд подписаться на мой YouTube канал и поставить лайк данному видеоролику. Время пошло прямо сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Если ты успел подписаться на мой YouTube канал и поставить лайк данному видеоролику за 5 секунд, то пиши об этом в комментариях, я выдам тебе приз, и с реакцией у тебя все хорошо. Ну а если не успел, то исправь это прямо сейчас и тоже пиши в комментариях, что ты не успел, но все-таки подписался на канал, я тоже выдам тебе приз. Прямо сейчас я нахожусь около своей автоматической трапки, которую можно модернизировать, но я решил просто сделать вот такую дырку в земле. Здесь вы можете настроить различных сооружений. Кстати, хочу сказать, что эта трапка позволит вам загриферить даже читеров. Они просто не смогут ничего сделать против этой трапки, потому что это безумно крутая трапка, но на самом деле она глупая. Но даже когда я ее строил, были игроки, которые телепортировались ко мне и попадались в нее. Как же это работает, сейчас покажу. Ну а перед началом хочу напомнить, что играю я на проекте StrixMine. Также я тут снимаю, IP будет в описании. Прямо сейчас идут безумные скидки на донат. Хелперку можно купить за 1 рубль, модерку за 10 рублей, а также если вы зайдете прямо сейчас и ведете вот такую команду код Гавриленко, то получите от меня безумно приятный бонус на сервере. Еще хочу напомнить, что совсем скоро пройдет вайп, карта будет чистенькая, так что переходите, играйте, гриферите вместе со мной. Как же работает эта трапка? Допустим, вы нагриферились, устали, хотите покушать, полежать, отдохнуть от этого всего грифа, но помимо того, что вы будете отдыхать, вы просто стоя в АФК можете фармить ресурсы. Ресурсы из читеров, безумно крутые ресурсы, или же какие-либо другие еще. Как это делается? Вам понадобится ставить свой аккаунт в АФК там снизу, чтобы игрок, когда пишет RTP NEAR, ему показывалось, что вы находитесь там снизу. Видите, снизу находится вода. Это действительно вода, сейчас я вам это докажу. Для начала давайте пропишем Kit Free. Это бесплатный набор, который доступен абсолютно каждому. Вот такая вот алмазка, и с помощью нее можно уже идти гриферить. Смотрите, допустим, мы телепортировались на RTP NEAR, нам показывает, что игрок есть снизу. Он там будет стоять в сундуках, сейчас я вам это все покажу. И эта трапка работает следующим образом. Да, если приблизить, вы можете увидеть нитку. Если мы падаем вот так, здесь образуется блок камня, и игрок просто разбивается, ему закрывается вода. У нас должен здесь стоять игрок в алмазке, который открыл сундук. То есть, если читер через X-Ray посмотрит, к нам там уже идет какой-то алмазник. Ну, сейчас и проверим, в принципе, трапку. Но я пока сломал камень. Если грифер к нам пойдет, увидит, что мы в сундуке, точнее читер, захочет нас быстренько загриферить, быстренько спрыгнет и быстренько разобьется. Мы подберем ресурсы и как раз таки, ну, уберем их в эти сундуки. Осталось только все это дело заприватить и показать, как это работает на самом деле в действии. Погнали гриферить автоматической трапкой. Я, кстати, немножечко сейчас подожду и посмотрю, сколько ресурсов мне потребуется, точнее, получится у меня получить с помощью этой автоматической трапки, и вообще окупает ли она себя. Кстати, как она строится, забыл показать. Здесь просто сундуки для хранения ресурсов, и чтобы мы стояли в этом сундуке спиной для X-рейщиков всяких. Здесь, смотрите, здесь у нас просто идет нитка. Здесь у нас идет крюк. Когда мы дотрагиваемся до этой нитки, у нас зажигается редстоун. Максимально обычная трапка. И вот здесь вот у нас идет... ну, можно сделать это, кстати, по... Ох-ох-ох! Лава-лава-лава-лава-лава. Лава. Нам не надо такого. Ох-ох-ох! Вот это попадос! Вот это я попал. Так, все. Всю ловушку нам нафиг и сломали. Так, давайте возьмем вот сюда... сюда, и как-нибудь сделаем вот сюда. Для чего это нужно, сейчас покажу, потому что там у меня немножко был небольшой баг, что если вы ставите, допустим, вот так вот, как я ранее показывал, то у нас ломается редстоун. Но если вы сделаете так, то редстоун ломаться не будет, и все будет работать без проблем. Кстати, если вы знаете, как модернизировать эту ловушку... Так, давайте посмотрим, что у нас там как. Ну, короче, сейчас я буду гриферить с помощью этой ловушки. Давайте возьмем быстренько еще вот сюда камень. Все закроем, все максимально без
палевно сделаем. И, короче, сейчас я бы хотел погрифить с этой ловушкой. Просто встану в АФК, оставлю в алмазке и посмотрим, что же нам получится налутать. Для вас пройдет секунда, а для меня пару минут или пару часов. Около моей ловушки стоит алмазник, давайте по нему выстрелим. Он почему-то не пробивается, очень странно. А, он, скорее всего, находится в своем... А, вот, все. Все, пробивается, пробивается. Дружище, ну куда? Куда ты уходишь-то от моей ловушечки, а? Куда уходишь? Оп, тотемчик снесли. Оп, давай, давай, давай. Давай, все, все, вот вам и ресурсы. Пожаловать добро. Так, что у него тут был за кит? У него был кит разработчика, кит дев. Оп, а, броня у него была фри, из-за этого он так быстро и отлег. Чтоб вы понимали, здесь находятся игроки, которые строят себе дом. Я попробую сейчас их загриферить. Так, несколько стрел. Оп. Оп, дружище, оп, все, ты слит. Давайте подберем здесь деньги. Так, а, деньги я подобрать не могу. Какие у них ресурсы были, какие киты? Почему все бегают с кит-фри и так быстро проносятся этими донатными стрелами? Кстати, у меня донат стрел, их сразу хочу сказать, типа, почему я их так быстро убиваю. Опа, набор ГЛ. Набор ГЛ, это нам надо, это нам надо. Давайте, давайте, он загриферил какого-то. Так, давайте возьмем себе это от ГЛ, нагрудник от ГЛ. Немножко себя модернизируем. Все, теперь мы более крутые с вами. И давайте как-то отсюда выберемся. По идее, у нас есть перка. Все, мы с вами загриферили двух донатеров без каких-либо проблем, которые строили дом. И сейчас пойдем уже загриферим еще кого-то, скорее всего. Моя трапка действительно работает. Правда, мне ее немножечко разрушили, когда я стоял. Вот такие вот крутые ресурсы у меня есть. Еще помимо этого кит-хелпера. И там летают донатеры. Если бы их не было, и я заприватил это все, потому что мне было как-то пофиг, то я бы без каких-либо проблем нагриферил очень много ресурсов. Я планирую сделать такую трапку у себя дома, когда я его построю. А чтобы я его построил, мне нужно запустить стрим. А чтобы запустить стрим, нужно, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, там все оповещения о стримах. В общем-то, если вам понравилась такая трапка, или же вы знаете трапки намного лучше, то напишите: «Дмитрий, это фигня трапка, я знаю лучше», и примерно объясните, как нужно строить трапку. Тогда я сделаю обзор на вашу трапку. Дружище, моя трапка сейчас не работает, ты там сверху стоишь, конечно, но не прыгаешь, я бы тебя без проблем запехал. На этом я буду заканчивать, показал вам обзор такой трапки. Ну, она на самом деле глупая, но она рабочая. То есть я вам показал в теории, как она должна работать. Но уже два игрока здесь стоит. На этом все, с вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока, друзья.